шикарный. Как же вы не забиваете? Не вырастает ничего, а потом какая-то дура-дура заползает. Посмотрим сейчас, насколько бросок Барабанова был сложным для Кошечкина. На общем плане не было видно каких-то серьезных помех, но все, что угодно может быть, опять же, для того, чтобы увидеть как следует, надо находиться в Санкт-Петербурге. Посмотрим, будем верить в повтор. Так, вот, давайте посмотрим. Закатился Чудинов, передача направо, Барабанов. Между щитков у Кошечкина. Домик. Да, тот самый, да. Тот самый домик, да, абсолютно. Вратарский гол, здесь спора нет, но не стоит забывать то, что Металлург играл в меньшинстве. Кошечкину приходилось двигаться.